Всем привет! Вот решила испробовать видео на ноутбуке. Тут немножко пошире, чем на телефоне. Так что посмотрим, получится, как оно получится. Будет зависеть от качества, выставлю я его или не выставлю. Но хочу поговорить о компании Pelgo. Почему хочу поговорить? Потому что, в принципе, если говорить о промоушене, уже 2 дня осталось. Вот поэтому уже говорить нет смысла, хотя у нас промоушены очень часто, и как бы я делаю промоушен от себя. Меня зовут Светлана, я управляющий директор и партнер компании Pelgo. А так как я, ну как вам объяснить, не то, что как я управляющий директор, а такие возможности все-таки дает нам компания, что я могу любому, кто зарегистрируется под меня, сделать промоушен от себя. Еще зависит от кто на какой пакет вошел. Естественно, я беру верхние 3 пакета. Не первые 2, а 3, 4, 5. У нас 5 статусов входа. Поэтому и как бы на 600 пакет я даю $30. Бэк-офис в личном кабинете. Человек, когда зарегистрируется, будет вот после активации... как бы активироваться, да, у нас регистрация бесплатна. Но чтобы посчиталось, что вы активированы, что вы будете действовать, что вы живы, скажем так, вот, то, естественно, там покупается продукт. Продукт входит на определенный пакет, какой вы выберете. Поэтому я промоушен делаю только на пакет 600. 600 и 1800 и 3000. 600 пакет, я всегда говорю, это средний пакет, это и бизнес, и потребитель, потому что у нас есть пакеты еще 200 и 400, но это потребительские пакеты, может для того, кто хочет просто зайти проверить, попробовать, да, купил там определенное количество коробочек на 200 и пробует, а потом думает, подходит ему это или не подходит. 3000, это последний как бы VIP пакет. Это управляющий директор. Естественно, у нас статусов много, потом рост, карьера. У нас лестница очень высоко, далеко, и очень хорошие бонусы платят. Вот. Пакет 600, я сказала, $30 человек увидит, мой партнер. 1800 человек увидит 50. Не долларов, а евро, потому что нам начисляют бонусы в евро. Значит, я могу евро делать бонусы в евро своим партнерам. Вот 3600, 50, 1800 и 100 евро – это те, кто войдет на 3000. Чем хорошо вот эти бонусы? У нас есть обязательная активация ежемесячная. Да? С 1 там, по 5 число примерно мы должны сделать активацию. Подтвердить, что мы действуем, что мы живы, что мы участники бизнеса и тому подобное. И плюс это еще дает нам возможность получать бонусы в течение месяца. Человек сактивировался, и в течение месяца все, которые будут люди под него регистрироваться, выполняться групповые структурные бонусы, все он будет получать. Вот. Единственное исключение идет стартовый бонус. Сделали вы активацию или не сделали, но если под вами регистрируется человек, вы все равно будете его получать. Все остальные бонусы только в том случае, если вы сактивировались с 1 по 5 число. Если вдруг вы не сактивировались, ну не получилось, или человек там, ну причин много бывает. У нас бонусы не сгорают, групповые они копятся и как бы всегда остаются ваши. Потом, что я еще хотела сказать, ну 3000 я сказала, это 100 евро. Про активацию, да, я говорила, потому что собачка возле меня лежит, немножко отвлекла меня. Да, солнышко? И это... Поэтому, когда человек регистрируется, и неважно, это в конце месяца будет, может быть в середине, но приходит 1 число, и человеку надо уже опять активироваться. А вдруг там у него чуть-чуть не получается, он думает, я только зарегистрировался, а нужно уже сактивироваться. Вот это и будет тот бонус, который у вас будет время раз, и вы сактивировались для тех, кто, допустим, будет заинтересован в этом. Почему я заинтересована активироваться каждый месяц? Потому что нам компания дает возможность получать актив бонус и пенсионный бонус. У них условия одинаковые. Это 12 месяцев активироваться.
не пропуская ни одного месяца. Это должно активироваться ты и под тобой два человека в левой и в правой ноге. И неважно, не обязательно одни и те же. Главное, чтобы было по человеку в каждой стороне, чтобы получался треугольник. Тогда ровно через 12 месяцев на 13 месяц делится групповой бонус, собирается, суммируется. И там 5% делят на 12 месяцев и в течение года выплачивается пенсионный бонус. Естественно, вы за следующий год, пока вы получаете пенсионный бонус, у вас же структура растет, группа растет, все растет. И бонус увеличивается. Потом он опять за этот год суммируется, если вы опять выполнили эти условия. На следующий год это может быть еще больше, допустим, если это первый раз, может быть маленькое. И так каждый год по нарастающей. Но не выше 300 евро пенсия будет у нас. Вот можно дойти до 300 и получать потом постоянно 300 евро. Это шикарный бонус. Плюс актив бонус, условия те же. При таком раскладе в течение следующего года вы получаете ежемесячно 10 евро. Вне зависимости, будете вы потом активироваться или нет. Но зная, что вы будете получать 10 евро, плюс пенсионный бонус, это хороший доход, хорошая помощь. Естественно, мы будем поддерживать свою активацию, мы опять же будем активироваться, чтобы опять же получать тот же актив бонус и тот же пенсионный бонус, помимо структурного группового. Но на первом этапе, на начальном этапе, самый первый, самый прибыльный наш доход – это бонус стартовый. Это когда люди регистрируются под вами, вы получаете бонусы. И уже зависит от того, кто на какой пакет вошел. Вот, скажем так, что я немножко сказала о пакетах. Если что, будут какие-то вопросы, я потом почитав вопросы, буду, допустим, записывать опять видео. Но сейчас я, в принципе, почему начала говорить, говорю, больше хотелось сказать мне о Турции. У нас с 15 по 22 мая заезд, будет трехдневный тренинг, это и президент, и там у нас много всего интересного будет. И с недели, естественно, 3 дня тренинги, а остальные дни можно отдохнуть. И в то же время можно с лидерами встретиться, пообщаться, познакомиться, узнать секретики, как строить бизнес, чтобы все получалось. И у нас есть возможность пригласить людей. Поэтому вот я приглашаю, я еду в Турцию, уже билеты куплены. Но у нас можно еще купить билеты, еще время впереди есть. Если кого-то это интересует, и получите знания и тренинги, это уникальные тренинги. Даже не приняв решение еще быть в компании или не быть, никогда не помешает нам какие-то знания, какая-то информация. Особенно та, которая может изменить всю нашу жизнь. Ведь изучая какую-то информацию в любой другой MLM-компании, потому что у меня вот есть даже женщина, она говорит, вот я была там в Визион, еще где-то посещала школу, очень интересно и все остальное, я все уже это знаю. Вот я хочу сказать, что вся информация, она пригодится нам в жизни в любом направлении, да, что бы вы ни делали, что-то можно где-то применить. Поэтому, кого интересует Турция, есть информация на YouTube в компании Pelgo, есть ролики, видео о Турции. Наши люди уже были в Турции в прошлом году, у меня не получилось. В этом году я еду, потому что мне интересно и сама Турция, и тренинги, вот все, что там. Плюс у нас есть сюрприз, президент объявил, что все, кто будет в Турции, все попробуют новый продукт, выходит у нас 14 продуктов, будет 15, который будет на омоложение. Омоложение без хирургического вмешательства, без всяких кремов, мазей, там люди соблюдают диеты какие-то, принимают пищу, маски, чтобы омолодиться. Вот у нас будет дрожже в таком направлении. Что нам достаточно будет дрожжей, и мы будем как бы омолаживаться, что ли, да. Вот поэтому я приглашаю вас в компанию Pelgo, я приглашаю в Турцию желающих. Поэтому пишите мне, чтобы мы успели приобрести билеты. Информация будет под роликом. Всем пока. До скорых встреч.